Всем привет, с вами Илья. Мы сегодня будем плести вишенки. А теперь мы приступаем к работе. Берем одну резинку, делаем один завиток, берем вторую резинку, делаем второй завиток. Берем одну резинку, делаем один завиток на другом столбике. Берем вторую резинку, делаем на втором столбике второй завиток. Надеваем 4 резинки. Вы можете выбрать цвет красный или розовый. Берем вторую резинку также. Берем третью резинку также делаем. И берем четвертую резинку также. Все так же. Так. Берем теперь наш крючок. Делаем так. Делаем еще один. Так. Это вот так. Это вот так. Сюда опускаем ниже. Берем одну зеленую резинку. Все 4 резинки на зеленую. И тут все 4 резинки на зеленую. Так. Перебрасываем одну зеленую справа столбика на левый. Эту резинку перебрасываем сюда. Эту вынимаем. У нас получается одна вишенка. Все.